Мне так жалко наш рубль. Его бедного уже как только со всех сторон не мочили, как только его вообще не унижали, не опускали, не поднимали. То, что хочется, конечно, чтобы он больше вот так вот не устраивал нам таких нервных срывов, особенно у тех людей, у которых были какие-то сбережения. У меня, слава богу, не было никаких сбережений ни в рублях, ни в долларах, ни в чем. Я этот кризис пережила совершенно спокойно. Надеюсь, что у людей тоже не слишком сильно разболелось сердце на эту тему, потому что, конечно, у тех, кто были какие-то сбережения, те, конечно, пережили, наверное, очень... тяжело все это, вот не хочется таких потрясений больше, хочется, чтобы как-то он уже устаканился, ну хотя бы уже в этой сумме, ладно, уже пусть так, но чтобы просто не было таких нервных потрясений для людей, и хочется пожелать нашему дорогому, любимому рублю, чтобы все у него было хорошо, и чтобы он был уже стабильным, вот я так думаю.